Добрый день, уважаемые друзья. Продолжается заседание парламента. И основной вопрос, конечно, сегодня – это принятие государственного бюджета. Бюджет воюющей страны – это крайне важно. Крайне важно учесть вопросы обороны, вопросы социальной поддержки людей, которые пострадали, вопросы пораненных, семей погибших. То есть все те вопросы, которые сегодня волнуют общество. И мы дали свои правки по этому поводу. Мы дали правки, которые позволят восстановить социальную справедливость. Надеемся, что они будут учтены. И, естественно, бюджет должен быть принят. Всем оставаться живыми, здоровыми. До новых встреч.